60 лет для человека – это уже пенсионный возраст. Для нашего же коллектива – это зрелость, накопленная как минимум двумя поколениями строителей и монтажников, которые создали не только материальную базу нашего предприятия, но главное – заложили прочные рабочие традиции, преемственность высокоэффективного и качественного выполнения всех строительно-монтажных работ. Как любой коллектив, так и наше предприятие имеет свою историю. Давайте же в эти юбилейные дни с помощью документов, фотографий, воспоминаний ветеранов постараемся воссоздать важнейшие вехи 60-летней истории развития и становления нашего коллектива. Прикоснемся к нашей истории. В очередной раз вспомним тех, кто закладывал фундамент наших традиций. А началось все с приказа номер 9 от 7 декабря 1943 года Главного управления восстановительных работ Наркомата путей сообщения. Еще подольше велась позиционная война, и наш город был в оккупации, но уже этим приказом был образован Оршанский строительно-восстановительный участок УСВ-4. После сформирования коллектива первых 9 месяцев работники этого участка трудились на восстановительных работах Смоленщины. С 27 июня 1944 года, после освобождения Орши от немецко-фашистских захватчиков, наш участок передислоцировался на станцию Орша, где и находится по сей день. Первым начальником этого участка был назначен Мучников Соломон Яковлевич, который проработал на этой должности до ноября 1944 года. Затем до августа 1945 года наш коллектив возглавлял Милош Георгий Сергеевич. Его на этой должности сменил Лиманский Абрам Ильич. Первоочередными задачами, стоящими перед нашим коллективом в первые послевоенные годы, было восстановление всей инфраструктуры Оршанского железнодорожного узла и обслуживаемых линий. Это жилье, вокзалы, служебно-технические здания, цеха предприятий, пути на перегонах и станции. Так, уже в 1945 году нашим коллективом в локомотивном депо были введены 15 стоил, а на Лепельском направлении открыто движение от Орши до станции Вятна. А чтобы продолжить движение до Чашников, потребовалось еще около 3 лет. В целом же на этом направлении было восстановлено 98 километров железнодорожного пути. Самым ярким вкладом строителей возрождения Оршанского узла была реконструкция вокзала, законченная в 1947 году. Именно в этом году 4-м начальником нашего предприятия стал Николай Ефимович Глушанков, который в этой должности проработал почти 32 года. Под его руководством наш коллектив прошел несколько этапов развития и становления. Если в первые послевоенные годы мы восстановили водоемное здание, 8 вокзалов на линии, паровозное и вагонное депо, Оршанскую электростанцию, то уже в 1950 году строители сдали в эксплуатацию первый 8-квартирный дом и начали строить 12-квартирный. В этот период времени произошло и переименование нашего предприятия. Мы уже стали называться КПЧ-СТР-2. Изменились и задачи, стоящие перед коллективом. Мы превратились в созидателей в самом прямом смысле. Усилиями строителей на глазах оршанцев вырастал жилой массив по улицам Молокова и Заслонова. В 1955 году был создан трест «Белтранстрой». В его состав коллектив оршанских строителей был включен как строительное управление номер 314. Это было уже третье название нашего предприятия с начала его истории. Но это сухие строки документов, поэтому дадим слово ветеранам, тем, кто своим трудом первые послевоенные годы сумел создать репутацию нашему коллективу и внес вклад в становление и дальнейшее развитие нашего предприятия. Я родился в 1911 году, на революции. До 17 годов я не видел железной дороги и представлял, что сплошной лист железа, железные
и ездить там и телеги, и все что угодно. И в конце концов стал железнодорожником. Один товарищ посоветовал, подал заявление в Ленинградский техникум путей сообщения имени Дзержинского. Подал заявление, получаю, приезжайте. А потом, в 35-м, потом работать пошел на Томскую железнодорогу. Я должен был поступить в институт, как хорошо закончил технику. И думаю, поеду на Томскую железнодорогу. Поехал на Томскую железнодорогу работать, там и застрял. Там не отпустили меня, и я не попал на учебу. Отпускать не отпускают, дорога военизированная, в армии не берут. Но я пошел в военкомат, и меня приняли в армию. Сразу в полковую школу, станция Акмолинск. Там я полковую школу кончил, меня послали в отдельный железнодорожный эксплуатационный батальон. Су-314, это теперь СМП-724, я прибыл по переводу в 1962 году на должность главного инженера. Нет таких работ, которые я не мог бы выполнить. Что я всегда делал? Очень крепко изучал проектную документацию, детальную проектную документацию. Потому что я должен быть инженером много в каждой организации, а главный инженер то один, он должен быть на равных, а то и на два, выше всех. Поэтому я изучал и литературу, и объекты, проектную документацию. Знал все, у меня все было наперечет. Если, как любой вопрос, средства позволит, ну любой объект, что, где, что, я довожу, понимаете, подробно, и все обращались в основном ко мне, понимаете, средства. Я не помню, в каком году Совет Министров СССР дал команду нашему Министерству транспорта и строительства строить объекты сельхозтехники. Склады, подъездные пути к ним, жилье. И вот мы строили и Коханово, станции Толочин, станции Приямино, Новосады, Борисов. Это по этому главному направлению, Борисов включительно. По направлению Могилева, Шкло, Могилев. Жилье Могилёве, складов, подъездные пути, по направлению Кричева, то же самое в Кричеве, Климовича, Коммунаров. В Могилёве объект самый большой, это подъездные пути к заводу Лусан, 25 километров, внутри заводских путей километров 30. Станция Лусан, 6 путей. И развитие большое, полная реконструкция станции Лупово. Это один объект такой большой. Дальше это самое Лукомлево. Подъезд пути в Омской ГРЭС. На этой станции жилые дома для путевых рабочих. На станции чашники, дома самого Лукомлево. Станционное помещение и много подъездных путей, внутри заводских путей. Я, как объект начинался, уже представлял, какой он будет к концу. Я представлял. И один объект, а все объекты. Позже дома строили, железнодорожные дома, черемушки наши, при моим присутствии. Коллектив у нас хороший, очень был хороший. Бригада хорошая, сейчас вот были такие бригады Морецкие и много, так сказать, мастер Ленков. Пожелать им надо успехов в работе. Работать таким темпом, как все время наш коллектив работал неплохо, в системе города,
неплохо котировался по всей Беларуси. И пожелать всем рабочим, инженерно-техническим работникам здоровья и успехов в работе. Работать честно, добросовестно и качественно. Как показывает пример нашего коллектива, процесс развития, наращивания мощности предприятий и освоения новых видов работ шел практически непрерывно. Повышалось и их качество. 50-е, 70-е годы Су-314 выполнила масштабные работы по путевому переустройству станций Орша-Центральная, Орша-Западная и Орша-Северная. Причем на первых двух станциях были сооружены и сортировочные горки. В эти же годы наш коллектив произвел реконструкцию паровозного депо под тепловую тягу. Но какие бы работы ни проводились, главными на предприятии были, есть и будут люди. Именно от их квалификации, организованности и ответственности зависят результаты деятельности нашего коллектива. В 1955 году это поступило в Минское ФЗО номер 25. В 56-м, как раз 4 октября, вот мы приехали в эту Оршу. Конечно, Орши, но заслоновые только послевоенные, там было вот два дома. И приехали вот на это общежитие, которое стоит вот напротив меня. Конечно, мы детьми еще приехали, только начинали учиться, как работать. Такой Миклашевский был Николай. Он нас учил. Тогда раствор даже подавали в ящиках огромных, мешали просто так. Ну, были разнорабочие. Ну, нам подавало еще в ящики, а мы потом уже разносили и штукатурили. Вот это общежитие отделали, в котором мы потом и жили. А так жили, это вот сейчас он 16-й дом, это в 14-м была контора наша. А в 16-м это вот послевоенные такие маленькие домики, они сейчас остались еще. Потом уже, ну, конечно, получило в общежитии. Ну, собственно, на Молоковой тоже три дома только. Вот поликлиника была, и это все мы это отстроили. Все, Черомушки просто был бурьян. Бурьян, это все наше управление отстроило. Был сперва бригадир Становой, потом Рудак Михаил Лукич, и потом стала я бригадиром. Бригада, правда, дружная у нас была, хорошая бригада. Все относились добросовестно к работе. И мы свою работу вот любили. Любили все. И дома мы даже радовались, когда вот отделку делаем, потом все. И везде даже вот с бригадой расставим и мебель, и все. И там интересно было. В 1958 году в комсомольской путевке от участка мы поехали на Целину с Оленниковой Валентиной Ефимовной. Там мы отбыли 3 месяца. Там мы не штукатурили ничего, а убирали урожай, пшеницу. Конечно, условий там никаких не было. Отсюда были люди, из Молдавии даже были. Мы 3 месяца отбыли и приехали на участок и обратно работали. Работа у нас была разъездная, командировки постоянно. Мы там месяцами жили. И там строили тоже и дома, и сельхозтехнику там отстроили, там и склады строили. В общем, за свою жизнь мы вот бригадой объездили, считай, постсоюза. Вот тогда же был Советский Союз. Мы были в командировке и в Горке, это не город за Москвой, Нижний Новгород, и в Москве. И в Смоленске, или Смоленск, это Гущина. И, в общем, это Ощиновка тоже, там вот это сельхозтехнику все отстраивали. Ну и пучейцы там были, пуча подводили, все. А так и в Бресте были, и в Барановичах. Вот в Минске много домов устроили мы тоже в командировке. Вот накопители, это вокзал, что их расширяли, это мы тоже отделку делали. В Гомеле были, в Николаевка ездили такая, там строили чернобыльцам домики. Вот когда начальником был Францкевич, а инженером Максимук. Максимук очень энергичный такой. Все, он на стройдворе у нас еще все допотопное было. Это растворный. Он сделал растворный там и стройдвор расширил, забетонировал, а так тоже ходили по грязи. Он такой энергичный, всегда веселый. Пожелаю вот нашему управлению,
здоровье, чтобы всем было. И чтобы у них заказы были, чтобы они хорошо строили. С целью значительного уменьшения непроизводственных расходов и потерь на предприятии велась и целенаправленная работа по механизации многих как производственных, так и погрузочно-разгрузочных работ. Улучшались и условия работы всех категорий работников. Особой вехой проверки на профессионализм для нашего коллектива стало участие в электрификации железной дороги. Но лучше об этом расскажут сами участники этих работ. Один из них – Владимир Иванович Францкевич, который с 1979 года возглавил наш коллектив. В Беларусь я приехал в 1967 году из Калининграда в Новополоцк по приглашению. Работал мастером, прорабом, старшим прорабом. Затем был командирован в Республику Куба. В 1979 году, по возвращении из командировки, меня направили в Оршу возглавить управление Су-314. В 1982 году оно было преобразовано в строительно-монтажный поезд 724. Основные работы в этот период были это электрификация железной дороги от Смоленска до Бреста, участвовал СМБ 724. Мне как начальнику пришлось пешком пройти это расстояние. Электрификация – это огромный комплекс. Это не только опоры и провода, это и станционное здание, посты СЭ, это и жилье для обслуживающего персонала, это вынос связи, защита связи, ну и все те коммуникации, которые необходимы для железной дороги на электрическом тяге. Также большое внимание в этот период уделялось строительству жилья. К 1994 году, ну, для примера, по Могилевскому прорабскому участку фактически очередь не состояла на жилье. Вот. Человек приходил к нам на работу и сразу получал благоустроенное жилье. До минимума была сокращена очередь по Орше. Строили в основном для железной дороги, и по договору за досрочный ввод в эксплуатацию мы получали до 30% жилья. В основном объектами строили, конечно, для Министерства путей сообщения, в частности для Белорусской железной дороги. Были заказчики у нас и по Могилевскому участку, это и Волокно. Строили подъездные пути к Костюковскому цементному заводу, где было построено заново 3 новые станции и порядка 20 с лишним километров пути. Ну, полностью с комплексом и посты СЭ и прочее. Мне повезло, что в нашем коллективе Су-314, в дальнейшем СП-724, пришлось работать с замечательными людьми, которые отдавали все свои знания, ну, на пользу развития нашего предприятия. Это начальник главного отдела Фишин Любовь Ульяновна, это инженер производственного отдела Сплошнов Владимир Павлович. Это прорабы Финкенштейн Владимир Евсеевич, который сейчас работает в городе начальником УКСа. Это Новодворский Владимир Антонович, который сейчас работает главным диспетчером в СМП. Главный инженер Максимук Виктор Васильевич. Это бригадир пути Северинов Владимир Иванович. Это бригадир установочного поезда Морецкий Петр Иванович. Это прораб Науменко Анатолий. Это каменщик Ковалев. Это штукатур-малер Ковалева Анна Ильинична. Можно долго и много перечислять. Я всем работникам, работающим со мной в СМП-724, очень благодарен за ту поддержку,
которые они оказывали мне, как начальнику этого коллектива. СМП-724 она всегда считалась передовым строительным предприятием. Для СМП-724 я всей души желаю, чтобы работала устойчиво, экономически прибыльно, выполняла бы поставленные задачи, и чтобы всегда помнила о тех традициях, которые были заложены еще в 1943 году. Здоровья, здоровья всему коллективу, счастья, успехов в дальнейшей работе. Эффективность работы нашего предприятия, конечно же, зависит от технического состояния инженерного оборудования, внедрения прогрессивных технологий, освоение новых видов работ, помогающих нашему коллективу выжить в нынешних сложнейших экономических условиях. Это в значительной степени зависит от отношения к исполнению своих обязанностей инженерно-техническими работниками и служащими нашего коллектива. За 60 лет произошло несколько этапов реконструкции нашей собственной базы. Основные, наиболее значимые из них произошли в 70-х и 80-х годах. В этот период времени было построено административно-бытовое здание, вспомогательный блок, склад для хранения материалов, а также здание бензоколонки. И только совсем недавно, в 1997 году, был реконструирован растворобетонный узел. Эти работы позволили в значительной степени улучшить культуру производства, заменить многие ручные процессы на механизированный труд, повысить объемы строительно-монтажных работ. Творчески и с душой к работе относятся мастера Купренков Юрий Анатольевич, Ленеко Вячеслав Николаевич, прораб Демидовец Владимир Захарович. Сегодня в основном строим жилье, где применяем современные технологии и материалы. Но какие бы объемы работ мы ни выполняли, главными остаются люди, их профессионализм и квалификация. В этот день разрешите поздравить всех с наступившим праздником и пожелать творческих успехов в работе и человеческих благ. Традиции нашего коллектива создавались десятилетиями. Каждое поколение работников предприятия вносило свой вклад в развитие предприятия. Творчески, с душой к своей работе относится и большинство нынешних работников. СМП-724 я уже работаю 5 лет. Мне очень нравится здесь работать, потому что мне нравится личный состав коллектива. Первый объект мой был по улице Мира. Там я только начал работать каменщиком. Мне помогали товарищи, учили меня, как ложить правильно, гладко, качественно, ровно. За мной все время следил мастер Демидовец. Он все время мне советовал все то, что я сейчас умею. Работал на объекте по улице Ленина. Мы там строили пятиэтажный дом для газовиков и военных. Там я научился ложить арки. Я работал на объекте, построили заправку по московской трассе. Мне там очень понравилось работать. Нравилась наша бригада. Работу выполняли все вовремя. Ложили мы там дорожную плитку. Делалось все качественно, потому что от нас это требовало. Я благодарен мастерам. Это как Юра Копренков, Слава Мирошник, которые меня научили тем работам, которые меня научили КПТУ 110. За 5 лет я освоил такие работы. Ложить плитку дорожную, ставить бордюр, ложить арки. Меня научили, как правильно ложить качественную кладку. Я освоил эти работы. Вот, начальник СМП-724 обратил на это внимание. Он увидел мое стремление и предложил мне стать бригадиром на объекте по Могилевской. И с этого времени я до теперешних дней руковожу при своей бригаде. В нашей бригаде работает 8 человек, состоящие из плиточников, потому что мы сейчас ложим плитку на ЖД вокзале. Ребята очень ответственные, стараются, работают, выполняют все мои указания. Я как бригадир работаю с ними наравне. Поздравляю весь коллектив с
С праздником желаю вам здоровья и счастья. От имени молодых работников заверяю, что мы продолжим традиции старших поколений. За плечами строительно-монтажного поезда большая трудовая история, которая началась в декабре 1943 года. За 60 лет нашим коллективом построено 398 километров железных дорог к важнейшим стройкам Беларуси. К Светлогорскому комбинату, Шкловскому комбинату строительных материалов, Кричевскому мясокомбинату, свинокомплексу на станции Новосады и многие другие. Выполнен большой объем работ по объектам Берсельхозтехники. В нашем городе построены детские сады, больницы, железнодорожные вокзалы на станциях Орша, Лебель, Осиновка, Чашники, Новосады, Толочин, Бобр. На счету монтажников огромный объем работ по электрификации железных дорог. За досрочный год в эксплуатацию лучшие работники нашего поезда были награждены 1 человек почетной грамотой и 7 человек грамотами Верховного Совета БССР. В последнее время построены водолечебница, санаторий, профилактория Боровое, 4 автозаправочные станции, автовокзал в городе Шклове, строится ГРС в Межево, реконструированный ГРС в Славгороде и Шклове, заканчивается строительство производственной базы ДУ-7 в поселке Юрцево. В последнее время строители заняты в основном на строительстве жилья. Только начиная с 1994 года сдано в эксплуатацию 1340 квартир в городе Орша и Баране. Новые дома по улице Дзержинского, которые видны с железнодорожного вокзала, стали своего рода визитной карточкой Орша. Большой вклад в выполнение поставленных задач внесли наши ветераны: Ласминский Виктор Михайлович, Обуховский Александр Сергеевич, Коновалов Иван Васильевич, Близун Надежда Семеновна, Шульга Нина Михайловна, Лучко Людмила Ивановна, Косинец Зоя Марковна и многие другие, которые не один десяток лет отдали родному производству и теперь находятся на заслуженном отдыхе. Перед нами стоят новые задачи. Строим, значит, живем. С праздником, дорогие товарищи! Как вы услышали, из уст ранее выступивших работников и ветеранов предприятия за прошедшее время не только развились мощности нашего предприятия, но и сложился коллектив единомышленников. Многое в становлении и развитии нашего предприятия зависело и зависит от личности директора. Кроме ранее названных директоров, в последние годы наш коллектив возглавлял Николай Васильевич Бнутик, ранее работавший главным инженером. Через скупые строки, архивы документов, фотографии, вспоминания ветеранов мы впервые так близко прикоснулись к нашей истории. Приятно, что 9 лет моей жизни связано с нашим коллективом. В последние годы перед нами остро стала задача поиска путей повышения конкурентоспособности оказываемых нами строительно-монтажных услуг. И коллектив со сложившимися великолепными рабочими традициями, крепкой ветерано-технической базой и отличными инженерно-техническими специалистами справился с возникшими трудностями. Нами было осуществлено ряд мероприятий, значительно улучшивших не только условия труда всех категорий работников, но и повысивших эффективность и качество нашей работы при строжайшем соблюдении как качества, так и технологии. Как видите, после развала Союза в сложных экономических условиях мы сумели не только выстоять, но и значительно укрепиться экономически. В этом большая заслуга наших ветеранов и передовых рабочих. Фамилии многих из них в фильме уже были названы. Я бы еще хотел назвать Глебова Дмитрия Моисеевича, Безлюбова Петра Петровича, Лазарева Юрия Михайловича, Забелина Анатолия Ивановича, Павловича Станислава Викторовича, Белянскую Зиновию Александровну, Василевскую Терезу Брониславовну и многих других. Выступая генподрядчиком, на протяжении нашей истории мы тесно контактировали и контактируем со многими организациями. Это ЗАО РСА, Белсантехмонтаж, Белэлектромонтаж, Белсвязстрой, ДСУ-7, Полесьегазстрой, СЗМА, комплексные системы связи, Белорусская железная дорога, Белтеплоизоляция и другие. История же продолжается. К
Каждый из нас является ее летописцем. Сегодня за многогранной деятельностью предприятия скрывается напряженный труд всего нашего коллектива. Интенсификация, комплексная механизация и автоматизация нашего производства, внедрение мировых достижений науки и техники позволило нам значительно повысить эффективность производства. За 60 лет нашей деятельности из небольшого специализированного участка мы превратились в многопрофильное производство. Это позволяет в нынешних экономических условиях вести гибкую производственную политику, направленную на социальную защиту членов коллектива. В этот праздничный день выражаю благодарность каждому работнику нашего коллектива за ежедневное доверие, понимание, поддержку мне как руководителю. Если бы этого не было, не было бы и тех преобразований, которые мы совместно осуществили последние годы. Благодарен всем, кто об этом сказал в фильме. И поэтому, поздравляю коллег по работе, наших уважаемых ветеранов, молодежь с общим праздником предприятия, сердечно желаю крепкого здоровья, долголетия вам и вашим семьям, творческих успехов в работе. Крепче будет коллектив, наши традиции, то богаче станет и наше предприятие, ваши семьи и республика в целом. С праздником и юбилеем, уважаемые коллеги!